друзья, Ирлока нас вот снова обрадовал, приехал к нам с гуманитарной помощью. Вот. Заказывали ему, вот, все наши заказы он принял, выполнил, купил все, что нам нужно было, все, что мы у него попросили. И давай, вот, отключай. Так, первое что, это фонарь с, значит, с лампой самоподзарядки, с пультом управления. О, можно будет лежать на нарах в этом блиндаже и щелкать светом, управляя им. Заряжается на солнце. Солнечные батареи, да, зарядка. Здесь, значит, это, не дай бог, пригодятся, это носилки, которые изготовили и передали в золотые руки города Волгограда. Женщины пошили, сделали, передали. Вот такие мобильные, удобные, компактные, легкие, компактные носилки. 2 метра длина, да? Нет, тут 1,60 м, 1,80 м. А, разных размеров даже, да, есть. Да. Вот. Сколько их тут? 10. 10 штук. 10 носилок. Так, ну здесь также передали медицинские препараты, парацетамол, различные лекарства, теплые, сами пошли также золотые руки Волгограда, теплые балаклавы. Балаклавы. Да, чтобы бойцам здесь было потеплее. Ну, если вдруг кто-то простынет, заболеет, уже можно было бы оперативно подлечиться. Так, здесь нашим ребятам сигареты. Перекур. Перекур. Перекур, чтобы был, да. Дрон Mavic 3, мы его перепрошили, он абсолютно готов к выполнению поставленных задач. Вот. Mavic 3. Mavic 3. Ну, это самый лучший, вот, на данный момент, да. Самый лучший в нашей работе. Да. Да. Будет. Здесь мы просили это преобразователи напряжения. А, вот. Вот с помощью этих преобразователей мы с обычного аккумулятора будем преобразовывать 220, и у нас в блиндаже будет свет 220 вольт. И они все разные, да? Да. Посмотрите, то есть такой, да, там посмотрим. Для разных целей. И аккумулятор для этого, да? Не знаю, для чего вам аккумуляторы. Вот как раз. Но вот они вам пригодятся. Во-первых, это трактор заводить. С электричеством здесь большая проблема. А это дополнительно. Так, ребятам здесь перекусить. Мы уже один ящик оставили, раздали. Раздали один. Один сюда привезли прямо, чтобы ребята тут поели витаминчик. Так, дальше. Новогодний мандарин. Да, новогоднее настроение, чтобы было. Бензопила. Бензопила. Самая нужная вещь. Одна у нас умерла уже. Ну вот она же, она больше, чем та? Да, это больше, это мощнее. Вот. Еще вторая бензопила. Интерскол, это очень вот хорошая. Вот это вот пила. Мощнее. Да. Вот это мощная, и она будет долго жить. Да. Так, здесь комплекты формы шаржун. Благо, ветрозащитные. ВВЗ. Убральный размер. Так, масло для бензопил. А, двухтактное масло. Да, специальное масло для бензопил. Слушай, не холодно? Так, здесь. Это дополнительная батарея для пушки. А, противодронного оружия. Да, так, сейчас мы его достанем. Это что? Берлога? Это что? Я не знаю. Это еще один квадрокоптер. На коптер похож. Да. А, это еще один квадрокоптер, да. Это еще один квадрокоптер. Да. Все. Да. Чуть не пропустили. Да. Еще один квадрокоптер новый. Так, что у нас? Вот скиф. Вот, да. Это пряники, пацаны. Это сюда. Что, он не искал, мы сюда и привезли. Здесь
телефон. Он уже где? Вы его отдали или не отдали? Ну вчера же вы там. Ну тут ты выноси все. Вот это, в общем, телефон. Здесь так по мелочам я написал, тут ребята передали флаги, они оставшиеся еще там флаг, лежат. Советского Союза. Дополнительные батарейки ребята передали, еще сигареты, средства для рук и лица, это защитный крем. Вот здесь вот помазал и обветривать не будет. Так. Крем для рук и лица. Тоже считаю, да, очень нужная штука. Это что у нас? Это вот оно. Противодронное ружье. Картошка мед. Противодронное ружье. Будем охотиться за квадрокоптерами. А для него батарейка, ты говорил. А, вот она, да? Да. Запасная батарейка. Так, это. Так, ну и самое главное, я не знаю. А, телефон. Вот он. Багдад. Вот мой заказ, телефон. С прибором. С режимом ночного видения. С режимом ночного видения, который мы будем подвешивать под квадрокоптер и вести ночную съемку позиции противника. Да. Не все так просто. Да. Так, а ну что, теперь тут дверь надо как-то открывать, блядь. Пацаны, давайте. Тетрис. Это вам, блядь. Я такой не доставать, блядь. Дизель-генератор, надо его достать. Надо его достать. Ну и будет у нас свет. Много и долго. Так, а если не снимать дверь, мы его не вытащим, да? Попробовать можно. Можно попробовать. Потому что я когда. Это от генератора. Ага. И здесь два болтика, два гаечки, тоже это от генератора. Ну, разберемся, куда их крепить, да? Да, я вам даже могу сейчас показать. Давай. Короче, как что больше? Я говорю, примерно. Полтора ляма точно не меньше. Вспомни, блядь. Так, заряжаем. Это под газ немножко дать. Включается, значит, заряжайте, поворачивайте вот эту вот на себя. А, как только начались обороты, сразу отпускается, он заводится. Ага. Передаю торжественные ключи. Спасибо. Все, сейчас колеса достанем, они здесь колеса крепятся, и можно его вот так вот катать. А он не едет. Если одна лошадиная сила у него, блядь, берешь и поехал. Да. Все. Давай я покажу. Давай. Так, вот это кабель с переходником. Да, радиостанции. Переходник, да, переходник. Вот, уже все сделали сразу же. Ага. Это вот прикручиваешь на радиостанцию, это прикручиваешь на оборот. Это к радиостанции. Ага. Это сразу ребята сделали в магазине все. Ага. И можем вынести высоко на крышу или на дерево антенну. Вот. И сидеть внизу, работать. И будет у нас устойчивая и хорошая связь. Да. Вот. Людей. Просто показать, какая связь будет подключена. Да, будет подключена и будет у нас хорошая связь. Как видите, Верлога нам оказывает существенную помощь. То, что нам нужно, он нам привозит. То, что нам не нужно, мы не заказываем. Что мы заказали, он привозит. И хочу огорчить людей, которые там думают, что которые в чем-то сомневаются в честности Верлоги. Все, что он собирает, он вот тратит, как может. И берет, покупает это на своей машине, приводит сюда, как видите, на передовую позицию.
не где-то в Ростове передает, а сам на своей машине привозит, присутствие солдат передает нам то, что предназначено для нас. И не это действительно передовая позиция, буквально когда вчера, позавчера, здесь вот бомбили ребят, вот один прилет был, второй так рядышком, вот прямые свидетели того, что осколками посекло. Но в таких вот условиях ребята здесь живут, работают, защищают отечество, ну а мы с вами помогаем как можем. Это надо. О, большое спасибо, большое спасибо. Есть люди, которые куда-то в Среднюю Азию уехали служить. Кто-то в Закавказье уехал служить. Кто-то приехал сюда служить. Другой тоже хочет приехать служить. Но не надо ему сюда ехать. С него пользы, находясь там в Волгограде, больше, чем здесь на передовой. Он вкладывается больше, чем все в выполнении нашей задачи. Спасибо вам большое. Полоцкий район, привет. Давай расстегнем. Все, ребят, спасибо вам большое за вашу работу, адский этот труд. То, спасибо. Что вы делаете. Красавчики, молодцы. Мы всегда тебя ждем, мы тебя любим. А я всегда рад и рад приехать еще и раз. Всегда на тебя надеемся. На меня можно рассчитывать всегда. Рассчитываю на тебя, на твою помощь.